2000 years later. Однажды папин брат, дядя Чек, пригласил котятки папу на киностудию. Где он работает? И ваш дядя Чек снимается в фантастическом фильме про Сингу. Фантастическом? Значит, там будут разные планеты? Да, и мы увидим, как все это снимается. С вами Кром, и сегодня ролик про трех котов и сиреноголового. Но если ты не хочешь, чтобы этой ночью тебе пришел злой Хаги-Ваги, или хочешь, чтобы все твои мечты и желания в будущем сбылись, то успей поставить лайк и подписаться с колокольчиком за 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Надеюсь, ты успел, друг. А также напиши в комментариях, какую суперспособность ты бы хотел. Все, не отвлекая от ролика, приятного тебе просмотра. Чего себе? Да. Ух ты, какие шлемы! Так, ну а здесь куда идти? О, теперь еще и папу искать! Может, он пошел туда? Папа! Я не позволю тебе уничтожить нашу галактику! Ой, боюсь, да я не победить! Нежные горки. Однажды зимним субботним утром котята спешили покататься на санках в ледяной горке. И горку совсем засыпало. Главное, что есть санки, а горка найдется. Да! Но санки вязнут в рыхлом снегу. Никого нет. Для катания по рыхлому снегу. Ты кота, я вас спасу.